Как ты в повороты вписываешься? Просто держу до упора кнопку. Какую? А, если поворот налево, Д, если поворот направо. Ты наоборот, держи Д, если поворот налево, и А, если поворот направо. Так говорят лучше. Попробуй, реально помогает. Всем привет, ребят, с вами Ромс и, конечно же, Семён. Поздоровайся. Ты поздоровался. Поэтому все, давайте начинаем. Это гоночка, ребят, новая. Да, которую недавно добавили в GTA. Понимаете? Сейчас будем его проходить, ребят. Ну, я уже думаю, вы знаете, кто победит. Я ни на что не намекаю, конечно. Но это не Семён. А тут двое игроков, но это не Семён. Кто же это мог быть? Ладно, давайте тащим. Я уже, в принципе, Симона обогнал. Но есть такая фигнюха, это, как называется, воздушный... карман. Да. Вот. Ё-моё. Но есть такая штука, то, что Семён может вписаться и слиться. Вот так, например. Изи. Вот. Поэтому у меня есть все шансы на победу. 50-50. Блин, минус. Жесть. Так, обгоняем его, обгоняем. Так, слушай, ты постоянно за мной едешь. Мне кажется, ты воздушный карман используешь. Нет, пошел, не надо. Так, мы еще вроде все проехали. Ёлки-палки, ты что такое? Нет. Если нет. Все. Рассчитывай, если я только удивить время. Минус я. Походу победить Сёмку. Семечка. Да слейся ты, Сёма, как? Сливайся, давай. 3, 2, 1. Добрейший вечерочек. Ладно, давай слейся. Нет. Нифига себе труба. Офигеть. О, блин, фига тут. Ё-моё. Ты чё мне сказал, что такой эпик дикий? Ты комментируй свои действия как-то, Сёма, а то ничего не говоришь. Чего не сказать? Я повернул на тут 2 метра. Тут тоже эпик сейчас будет. Ой, это жесть. Это жесть, как она ездит. Нет, спадется я опять. Ну, как всегда. Как всегда. Блин, всё-таки мне сюда ночью. Только спадется, спадется. Один круг проехал. Блин. Всё, изи. Опять нет, фу. Давай. Мышкой так неудобно управлять. Что? Мышкой, говорю, так неудобно управлять, я упал. Открыть джойстиком. Спишь, ты не ждешь меня? Все понятно с тобой, да ё-моё, ну я понял, да. Да, я тут же вылетел. Да. Не справился с управлением. Тут все-таки так придумали карту. Ну, так сделали, конечно, между домами. Обычно же, да, это круто, и обычно же, типа нет блоков, то есть блоки, они в воздухе, а это прям от пола идут блоки, от земли, поэтому это круче, это лучше намного, идут не лагают, то есть там прогружаются блоки, там всякие лаги, баги, а тут нет. Так, эпик трамплин, эпик джамп, попробуй соль, блин, это же не джамп. Ты дико вырываешься, конечно, я думаю, я победю, так сказать. А нет. Я на мотоциклах не люблю кататься на самом деле, поэтому это естественно, что я не выиграю. Сейчас следующую тогда сделаем, гоночку какую-нибудь. Да. Следующую крутую гоночку сделаем, на машинах нормально. Потому что на машинах уже, ну, на мой взгляд, повеселее на машинах ездить реально. Ну, еще зависит все от карты. Да, но это не слишком карты эпическая карта. Были и эпические. Когда мы не на съемках, например. Да.
по Вайнгоду, например, катались когда. Там этот джамп тоже был. Сальтуха делать было. Жесть там была, конечно, да. Да ну нафиг, Бэйслинс. Как ты в повороты вписываешься? Просто держу до упора кнопку. Какую? А, если поворот налево, Д, если поворот направо. Ты наоборот, держи Д, если поворот налево, и А, если поворот направо. Так говорят лучше. Попробуй, реально помогает. Ну да. 2 минуты уже карты. А, круг. Ну да, так нормально, до упора держать. Вот эту эпик сейчас чуть с карты не улетел. Вот, ребята, вы не представляете, да, ну, в садике, на садике, когда мы были, да, Семен первым прибегал постоянно, он допинг ел. Он вообще читер, это был эпик, просто он прибегает всегда первым. Вот ты не успеваешь обвидеть, он уже прибежал. То есть ты бежишь только, я не знаю, ну, допустим, второй круг, допустим. Я уже не помню, как это все происходило, блин, опять выпал. И он уже там на финише, и это, я вообще не понимал, как это происходит. Мы иногда... Там Смотр сказал супер секрет, вообще дик. Иногда, когда, ну вот, на прогулку выходили в садиках, вот. Ну и это, там типа спортминутка, там что-то типа такого. Вот. И мальчики бегали отдельно, девочки отдельно. Сначала мальчики, потом девочки. Вот. Мы гоняли как могли. Да вообще. Не, ну на самом деле я бы не сказал, что я первым перебегал. Я не помню, кем, но, наверное. Ну, не самым последним, конечно. Но и не первым, далеко не первым. Ну, Семен выиграл, разумеется, он же профессиональный бегун. Профессиональный бегун. Да. Все, ребят, сейчас будет вторая карта, не переключайтесь. Ставь паузу. Чё? Так, ребят, мы продолжаем запись. Продолжаем. Я буду на свой Зенторно ехать. Я не на Зенторно. Я, давай, наверное, поеду на... Готов, на, готов. На Прото. Готов к игре. Пофиг, на себя поставлю 200 баксов. На мой персонаж, ладно, не успел на мой персонаж увидеть. Или успел? Петля взял, я? Да. Я не успел. Петля взяла в центре. Фига, тут карта вот 6. Вот это было жестко, наверное. Ну тут, блин, большинство чуваков, у которых свои машины. Меня уже подоранили. У меня своя, я одного задоранил. Я уже развернулся, я 15-й. Из 16. Блин. Один врезался передо мной. О, все, я врезался, все. Минус я. Я уже 8-й. Они просто прыгают, я 11-й. Да, это жестоко. Ой, все, я врезался, бордер, зашибись. Я 12-й. Воздушный карман делает все дела. О, блин. Что, тяжело? Тяжеловато. Блин, я... фак. Я метку проехал. Я после петли метку проехал. Я опять люди не смог пройти с первого раза. Сейчас пойду. Что ты неумный, знаешь? Да ё-моё, слез. Вот эта петля. Да, дебильная петля. Я не могу пройти первую. Я вылетел с петли. А как первую петлю пройти, ё-моё? Никто не может ее пройти. Первую вообще не... Пожалуйста. Я чекпоинт пробежал, ё-моё. Я не могу, знаешь, какой, который передо мной сейчас лезет. Ой, я вижу петлю. Зачем? Все. Так, я 13. Блин, развернулся на петле. Ты на какой петле? На второй. А ты на каком месте точно вообще? 15. Я тоже. 14. А вон, так это мы с тобой, значит. Я 14. Блин, как чуваки тут могут прям ясно. Это так играть надо же столько. Каждый день вон. Там чувак летает прям вот. В прямом смысле лица. Ну, давай. Тут еще петля. Капец, вот это жестоко. Хотя нет, будет дороже. Блин, я даже мышку нормально не могу сделать. Я на огромной петле, прикинь. Блин, ты знаешь, как вообще. Тут не поймешь. Тут нужно почти как серфить, как в КС-ке. Ты думаешь?
Я на горизонтальной петле, там уже по стене. Да. Это невозможно. А нет, возможно, я прошел. Возможно, я на 13-й позиции. Значит, я просто тебя... Ой, я все, слился. Дезинторна ничего так, она очень быстрая. Дезинторна делает дела. Но она не супер управляемая. Она вообще не управляемая, но если честно. Я на 12. За 12 блин ничего не даду. Так не вкаешь. Так. Все, воздушный турнир. Я на 13-м. То есть я прямо с тобой? Я вылетел. Ты, наверное, обгонишь меня сейчас. А здесь, нет, не обгоню, скорее всего. Нет, вон ты заспавнился, я видел. Вот я сзади. Не надо. Азизоид, все. Что это? Блин. Фуф, чуть не слился. Блин, что это? Стой, место, это что? Это тяжелое место. Это не круто. Ну, по крайней мере, не надо. Хотя я его сейчас с первого раза прошел. Ну так-то сначала я сливался там. Какой-то немного. Вот это тяжелая петля, тут непонятно, как камеры управлять. Камеры вообще не управляют. Нормально. С первого раза, ну, на второй круге я уже с первого раза все прохожу. Я на 13-м месте. Давай, точка, разворот. 13-е место у меня. Да, винт. Семен умеет проходить, блин, слез. 13-е место. 11-е. Из 16-ти. Я сейчас 12-е. О, ты передо мной. Азизоид. Я 11-й. Ух ты, гад, я 13-й. Менялись местами. Да, я уже передо мной никого уже не обгоню. Ну, блин, жан, я позиции потерял свою. Не профессионалы играть в голову. Гонять. Тут чувак. Ух ты, гайбер, да. Да, я 10-й. А, нет. Он вообще позиционал. 11-й. Я 13-й. 14-й я. 11. 12 опять. 12 опять тоже я. 11. Бля, слез. Не финишировал. Я уже близко к финишировал. NF, не финишировал. Да ё, я тоже близко был. Ну вот, ребят, такая карточка была. Всем спасибо за просмотр. С вами была Сёмка и я, Ромус. Подписывайтесь, ставим лайки, всем удачи, всем пока.